Всем привет, друзья! Меня зовут Борис Колесников, я основатель компании Skiff Music, и сегодня мы с вами находимся в столице Таджикистана, в Душанбе. Я очень рад побывать в этом городе, посмотреть, изучить то, как живут здесь люди, покушать вкусную местную колоритную кухню, ну и, конечно же, прогуляться по местам славы, музыкальным магазинам, всевозможным классным местам историческим, показать все это вам, конечно же, в нашем влоге, как обычно. Поэтому не переключайте канал, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, кто что знает про Таджикистан, кто, может быть, бывал или хочет посетить столицу Душанбе, обязательно оставайтесь и смотрите этот ролик дальше, потому что в нем вы найдете множество всего интересного, в том числе путешествия по невероятным красотам природы Таджикистана. Погнали! Уникальное такое сочетание огромного трехэтажного красно-черного KFC и здесь вот таких вот классических построек. Кайфовое, конечно. Выглядит очень круто. Местный стритфуд. Тут Орион Бонг, Кафекс, Ромашка. Местный театр оперы и балета. Здесь еще идет активное озеленение. Вообще достаточно зелено все в округе. Вот ребята здесь сейчас занимаются посадкой растений. Посольство Турции. Здесь рядом огромные такие небоскребы уже застроены. Кинотеатр «Ватан» с фильмами на заказ. В самом центре Душанбе можно прийти и, собственно, посмотреть фильм, который захочется. Ну и, конечно, максимально приятно встретить родную Додо Пиццу и в столице Таджикистана, Душанбе в том числе. Так что, если кто приезжает, знаете, что с пиццей в Душанбе точно все в порядке. Можно сходить в ресторанчик или сделать доставку. Как говорится, в Таджикистане прогуляться, а доставка Додо Пицца. Первое, что я хотел бы вам показать, обратите внимание вот на это здание и на корону прямо сверху на его крыше. Вообще в Таджикистане даже на флаге Таджикистана, вот здесь вот вы сейчас увидите, вы увидите, что посередине есть корона. Корона здесь практически везде, на любом здании, поэтому вот здесь вот тоже вот на крыше целая корона. Хотелось бы дать вам небольшую историческую справку. Собственно, Таджикистан – бывшая республика Советского Союза. И в начале 90-х с развалом Совка, собственно, получила независимость. И сразу после получения независимости здесь несколько лет шла гражданская война, которая, собственно, привела к тому, что
эта республика не самая, наверное, можно сказать, удачливая, не самая богатая, и множество лет здесь происходил вот такой вот раздор, который, собственно, привел к тому, что мы здесь сегодня с вами можем наблюдать. И с точки зрения застройки, архитектуры, тоже очень сложно здесь найти какую-то единую линию. Очень много огромных небоскребов, огромных всевозможных новых зданий, причем с очень дорогостоящими квадратными метрами, которые могут позволить себе далеко не все жители Таджикистана, а рядом невероятное количество небольших зданий, таких старых сооружений. Вообще население страны около 10 миллионов человек, в Душанбе конкретно проживает всего лишь 1,2 миллиона. Вот. Ну, большая часть из них живет, конечно, не в таких высотных зданиях, а в обычных локациях и в своих частных домах и имениях. Собственно, все окружение, вообще все абсолютно вот в таких вот огромных небоскребах, которыми здесь уставлена вся центральная улица, весь центральный проспект. Вот. Я уверен, что мы обязательно зайдем в настоящий Душанбе, и я покажу вам, как он выглядит на самом деле, а не вот эти вот все 15-20 высоток, которые стоят на центральной улице. Большая любовь таджикского населения к Турции. Можно увидеть логотипы Турции, турецкие названия, турецкие кафе. Вообще иногда создается впечатление, что это такая достаточно турецкая улица, особенно центральная, с названиями кафешек, магазинов и всего того, что здесь видно. В отличие от всех остальных стран бывшего Советского Союза, которые находятся в, скажем так, азиатской части карты глобуса, именно Таджикистан — это страна персидская, и вообще считается, что язык таджикский, он очень близок к персидскому, к иранскому языку, и многие даже говорят, что таджикский — это один из диалектов разновидности персидского языка. Вот, поэтому здесь живут настоящие персы. Вот, в основном живут они, конечно, в горах, потому что так или иначе население уже достаточно перемешалось, и в больших городах в центре уже много живет разных людей, смеси народов, как это положено. Вот. Но в горах, в горной местности до сих пор вроде еще проживают такие прям истинные, настоящие персы. Можно увидеть ребят на стиле, и вообще практически у всех более-менее приличных машин номера, там такие типа 4 единицы. Тут вот соседний Mercedes стоит, у него 4 девятки. И практически везде такие модные номера. Здесь вот 0033. Здесь вот 1000, пожалуйста. Так что номер — это здесь, конечно, важная история. А здесь вот вообще машина с зеленым номером будет. Так вот стоит такой красивый памятник, красивый вход, огромное здание. А рядом, смотрите, я вам сейчас покажу, а рядом вот такой арык, собственно, в котором течет вода. И вот здесь вот, да, и вот так вот по всему городу, даже в таком районе, где огромное количество супер-классных новостроек. Что ж, друзья, как вы понимаете, мы нашли с вами первую интересную для меня, я думаю, для вас тоже локацию — Sado Techno Music Shop. Посмотрим, как устроен мир музыкальных инструментов здесь, в Душанбе, в Таджикистане. Пойдемте с вами заглянем и все увидим своими глазами.
здесь сразу можно увидеть, что можно купить и лампочки, и музыкальные товары, и светильники. В общем, такой достаточно разноформатный магазин, собственно, как обычно, гитары и все, весь гитарный став на буквально на первом месте. Для кого из вас не секрет, и я уже много раз говорил, что гитары, по сути, являются инструментом, музыкальным инструментом номер один во всем мире. Здесь вот в Душанбе, в Таджикистане, все то же самое. Огромная стенд с гитарами, аксессуарами, всем остальным. Но также есть и куча другого стафа, клавиши, барабаны, даже народные музыкальные инструменты. Все тоже здесь имеется и вот так вот размещено. Ну, что прикольно, это светильники, лампочки, то, что, по сути, никакого отношения практически не имеет к музыкальным товарам, потому что лампочки просто обыкновенные такие, которые вкручиваются, электродиодные. Вот. Но так, в целом, можно найти, наверное, что-то интересное музыканты здесь. Зал уже с про-оборудованием, всевозможные колонки, микрофоны, пульты, все здесь имеется. Прям несколько направлений, это такое про, да, и здесь куча всяких светильников, светильных голов и всего того, что постоянно требуется на концертах и в студийной работе. Также всякая аксессуарка, связанная со стоечками, микрофонами, подставками под колонки, и, в общем, все, что только необходимо. Здравствуйте. Так, вы прямо здесь, да, можете сделать кабель. Все, тут уже идет изготовление кабеля, который нужно размером. А мастерство у нас есть? А это как один магазин получается, или это два раза? Звук, свет, инструменты, там камеры и так далее. Ну, все это как бы одна история, просто три отдела, да? Понятно. А вот оборудование откуда? Что-то возите из России, да, все равно? А какие бренды из России есть? Ну, то есть, из того, что здесь есть. Да? Так, Behringer, Yamaha, это все у вас откуда едет? Из Китая или из Дубая? Из Дубая. Из Дубая, да? Понятно. То есть, у вас получается как дистрибуция, и вы везете все это. А из Турции что-то возите? Да? Это интересно. Но это национальная музыка. А я имею в виду там Fender, Gibson, вот это все. Классно, спасибо. Это мы с вами тут узнали, откуда берут местное оборудование. Дубай, Китай, Турция. Хотя казалось бы, да? Бывшая Советская Республика, все рядом, надо брать все в России, но нет, Дубай-Китай. Вот здесь, конечно, прикольно, что здесь целый отдел такой с уже микросхемами, камерами, и вообще абсолютно с другим оборудованием, конечно, ничего же. Ну вот такая синергия, да, получается, музыкальных товаров, как электротехнических и всяких, не только электротехнических, но и такая история с всякой штукой, вплоть даже до
машинах, которые считают деньги. А здесь вот тоже есть какой-то автомобильный став, и всякие автомобильные магнитолы, автомобильный звук, паяльники, в общем, все здесь. А тут вот такая сверхинсталляция, зачем-то сломанная барабанная палочка. Вот здесь вот стоит диффузор. И вот такой вот гриф отдельный здесь с инопланетянами. Здесь уже такой более классический вариант с машинками и все такое. Смотреть по электрухам, то X-Cord 2950 Самани. Можно спокойно ставить 0, сюда еще один будет, соответственно, 29500. Потом бренд SX, бренд тут Yamaha, Pacifica, Smiger, знакомые нам. Инструментом, там гитара, гитара, все это уже с некоторых с Индонезии приходит. Прям сюда, напрямую из Индонезии. Через Китай? Через Китай, да. Понятно, так у вас получается прям контейнер, приезжает из Китая. Из Китая, из Дубая. Классно, спасибо. В общем, такой достаточно нестандартный формат. Честно, я много уже, конечно, видел всякого, и я думаю, вы тоже видели, и вот здесь вот по ссылочке можете еще посмотреть на мои путешествия абсолютно по разным странам, где можно найти музыкальные магазины в связке там, с магазинами электротоваров или еще с какими-то товарами. В общем, здесь происходит примерно все то же самое. Музыкальные инструменты, звук, свет, здесь всевозможные камеры и всякие еще электронные товары. Вот все это САБО, музыкальный магазин в самом центре Душанбе в Таджикистане. Но мы с вами идем дальше. Такой вот интересный замок встретился по дороге. Весь цветной, очень похоже на детское учреждение. Собственно, оказалось, что это и есть такой вот огромный детский сад. Красивый и в виде такой невероятной крепости. Здесь вот отлично видно, собственно, те самые высотные дома, которые мы только что с вами смотрели. А здесь вот такие уже совсем низкоэтажное строение, а здесь уже практически фавелы. Вон туда вон наверх видно, дети играют, дальше идут мелкие какие-то застройки, и все туда уходит. Душанбе Мол, в нем же Ашан и еще целая куча всяких разных местных и не местных магазинов. Такой центральный торговый центр здесь, место притяжения местных жителей. Вот здесь посмотрим, что происходит вообще. Да. Вот такая тусовка у них здесь в торговом центре. Что-то происходит. Кто-то что-то выигрывает или проигрывает. Количество людей собралось, чтобы что-то выиграть. Меня слышно, друзья? Там что-то разыгрывают. Точно? Точно слышно. Я еще раз хочу спросить у вас, как ваше самочувствие? Из торгового центра нашли еще одну локацию, называется Come Again. Приходите снова. Приходить снова вот за такими вот музыкальными инструментами. Здесь буквально
есть несколько гитар, барабанов и всяких таких вот стафовых историй, но это буквально островок в торговом центре небольшой, сейчас вам все покажу. Можно взять сразу шарик с Микки Маусом, Yamaha барабанную установку и электрогитару, цифровое пианино, укулеле. В общем, сразу сделать банду и сколотить ее, и буквально просто сразу передвигаться и начинать выступать. Поэтому вот такой вот островок. Приходите снова. Вот такой вот островок. Приходите снова сюда, в Душанбе, за всякими укулелями, гитарами, и все будет у вас классно. Смотрите, такая уникальная штука. Над головой создается впечатление, что здесь просто крыша из деревьев. То есть настолько огромные, большие зеленые деревья, что они создают такой прям прообраз крыши над головой. Там идет, собственно, посадка и озеленение. Саживают. Конечно, идет таким поражающим образом. Вы просто гляньте, здесь строят уже просто практически как в Дубае здания. Вот. А так вокруг уже все вот застроено такими огромными. Ну, не сказать, что небоскребами, но достаточно высотными зданиями. Ворота, которые стоят прямо перед входом в резиденцию президента на площадь независимости. И, конечно же, сверху обязательно корона. Огромная карта государства Самани, собственно. Современный Таджикистан находится как раз-таки на территории этого исторического государства, занимает только его часть. И вот где-то там вот мы находимся. Парк Рудаки, вообще уникальная картина. Здесь в целом-то людей немного по городу я видел за весь день, но только здесь в парке вообще ни одного человека нет, только правоохранительные органы, которые ходят, и их не особо любят, чтобы их снимали, ходят с зонтиками, охраняют, нельзя подниматься на определенные места, нельзя, видимо, смотреть лишнего. Вот, ну, все это так или иначе связано с местной современной властью. Вот, и о местном президенте, я думаю, еще расскажу вам интересное, что вас точно позабавит. И меня очень сильно позабавило, когда я читал эту информацию в сети. Интересно бросается в глаза здесь в парке. Во-первых, помимо того, что здесь никого нет, очень прикольно выглядят вот эти вот фонари, которые больше похожи на таких птиц, да, с таким классным размахом крыльев, очень красивыми. Поэтому и вот так вот повсюду здесь такое классное освещение, которое очень симпатично сделано. Здесь особенно хорошо видно птицу и вот эти замечательные светильники тоже в виде птиц. И впереди у нас дворец наций. Ну, на самом деле очень все зелено, очень так душевно, красиво. Никого, главное, нет. Можно гулять спокойно и классно все будет. Президентского дворца такая аллея министерств. И вот конкретно это Министерство финансов. Такое огромное здание. Как будто сталинской эпохи, хотя видно, что она суперсовременная. И по зданию кажется, что с финансами-то здесь все не так уж и плохо. Площадь истеклен, как
как она звучит по таджикски. И огромная территория, на которой практически нет ни души. Правда, небольшой дождик капает, и понятно, что гулять не так приятно, но все равно людей как практически нигде не было, так и нет. Поэтому пойдем сейчас посмотрим, как выглядит вот эта огромная башня, на которой, говорят, даже можно забраться наверх. Прямо посередине площади стоит монумент, собственно, площади. Здесь такие невероятные двери, просто бесконечного размера, я не знаю, какой высоты они. 6, 7, может быть, 8, еще полностью резные. Очень красиво. Пойдем посмотрим, что внутри. Такая прям абсолютно советская роскошь, и вот эти вот лавки немножко загнутые, которые не случайно так получилось, а были так сделаны, выглядит, конечно, просто шикарно. Главная чайхана Душанбе, чайхана Рахат. Вот здесь вот она у нас находится. Внутри супер все красиво, но все местные говорят об одном. Внутри супер все красиво, но все местные говорят об одном, что еда невкусная и не сказать, что туристическая, поэтому не рекомендуют они там ничего кушать. Посмотреть на здание, поудивляться можно, но поесть нужно где-то в другом месте вкусной местной национальной еды. Я же в центре живу, ну первый раз такое слышу. Душанбе, ну, такой большой торговый центр. Мы сегодня были там. А как Душанбе мол, доре? Душанбе мол. Вот тоже сказали. Молодежь это... Нет, подождите, вот я читал, что в Таджикистане живут практически... 99! Персы, да, правильно? Ну вот я был в Иране, и там люди, ну, по большей своей степени никто не там, пьет алкоголь. Там шиити, не суити. Здесь можно, ну, да? Конечно, и, можно, да. Любой надо. Да. Калям, палям, все. Здесь демократия. Демократия, да, в Таджикистане. Конечно, брат, любой, любой, че хочешь, давай. Налей, виски, писки, водка. Здесь другой. Надо 100 грамм. Я вот когда путешествую по разным странам, то когда кто-нибудь меня спрашивает, откуда я говорю из России, то мне сразу говорят там Путин, Хардмен, туда-сюда. Нет, Путин это когда до 90-х годов. Ага. Все русские, я сам, я год рождения у меня Советский Союз. Ну, да. Я очень люблю русских тогда. Да. Сейчас... Немножко, не только что русские, таджики, узбеки, белорусы, украинцы, все нацисты, там другие люди были. Не, ну ладно, а у меня другой вопрос. Многие говорят в других странах, что Путин хардмен. А вот я почитал, что ваш президент, да, он тоже такой достаточно хардмен получается. У вас тоже достаточно все в ежовых рукавицах. Конечно, как Путин. Да? Он, это Диас Путин. Это Украина, не Украина, Белоруссия, да, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, да. Россия, все одинаковые. Да. Какие тоталитарные получаются, и да, какой-то, режим. Да, и еще диктатура, диктатура. Нормально живется, да, совсем с этим? Нет, в Таджикистане нормально, все да. Нормально. Очень а надо. Сейчас меньше людей вот, по ощущениям ездит в Россию на заработки и так далее, чем раньше? Или все-таки тоже много людей уезжает? Как это сказать? Немного. Не просто это реклама. Угу. И весь Таджикистан. Да. Все здесь. Работа есть. Деньги хватит. Просто кому как. Это есть в России.
Если здесь 2000, в России 3000. Там, да. Больше можно заработать. Больше можно. Но жить там тоже дороже? Гораздо. В России? Да. Да, и Россия тоже хорошая. И до сих пор таджики не были. А вы жили в России? Я нет, это мой братишка там. Короче, мой сосед, все поняли, да, русским. Что это за эти годы в Таджикистан тоже, это есть интернет. Люди стали по-другому, раньше другие были люди, все хорошие были. Сейчас не очень хорошие. Конечно, сейчас. А у меня еще такой вопрос, вот я читал, что больше 80% населения либо имеют российское гражданство, либо хотят сделать русский паспорт. Не, это просто, я не знаю как они, ну, таджики не хочет. Угу. Нет, таджики, да? То, не таджики, не узбеки, да? Конечно. Таджикистан уже все нормально, жизнь хорошо. Самодостаточная страна. Конечно. У вас такие здания здесь строятся, серьезные. Здания есть, завод, все, да? Есть. Просто они любят русские, и поэтому они пришли, да, в Россию. Понятно. Единственный в мире это есть, русский да, любит, это таджики. Больше нет нации. Точно, я это гарантирую. Очень люблю русский народ. Ну что ж, приехать в Таджикистан и не посмотреть на природу и горы, это, конечно, было бы просто преступлением. Поэтому, взяв вот такую прекрасную машину с прекрасным гидом, который все знает про местный колорит, мы двинулись смотреть с вами природу. Вот под такую, можно сказать, классную дождливую погоду, удивительную, которую встретила меня здесь в Таджикистане. Поэтому поехали, сейчас все с вами увидим. Вот и древняя крепость, которая там дальше у нас прячется. Красиво обозвали тоже. Почему бензин-то в два раза дороже, чем в России? Потому что его надо с России привезти. И это стоит в два раза дороже? Ну, логистика достаточно сложная, достаточно долгая. Что, здесь вообще нет у вас никакой нефти, газа там? Нет, у нас есть нефть, у нас есть газ, причем газ есть там дальше свой, но здесь его очень мало, а нефть у нас очень грязная. То есть она в данный момент времени нерентабельна. В машину не заправишь, да? Она содержит там что-то типа очень много серы, и она, в общем, ее, во-первых, сложно добыть, вытащить оттуда с этих горных слоев, а во-вторых, это получается переработать дороже, чем привезти на данный момент. Бывало уже этот автомобиль. Ну, пожалуй, все объехал уже. Такая заряженная машина специально для гор. Большую часть Узбекистана, Казахстан, Афганистан. А что мы здесь с собой везем? Это что здесь? Водичка. Когда-то я делал эту штуку для бензина, но оказалось, что заправок стало много, и это уже не так критично. А вода как бы всегда нужно. Сесть в машину, вывез назад, привезли его в больницу, нашли больницу, сделали рентген. Оказалось, да, нога сломана действительно. А он вообще нет, говорит, все хорошо, я никуда не поеду. Ну не поеду, говорю, вы посмотрите на ногу, смотрю, она фиолетовая вся уже, точно факт. Очевидно, она теперь перемещается через нас каким-то другим путем. Сегодня у нас прям Шотландия. Обычно на этом участке жутко жарко. Такая разбитая дорога. Асфальт размягчается на солнце, и грузовики его собирают. Да, тут вот эти камни, судя по всему, это как раз то, что свалилось отсюда. Вон, ну камни, я говорю, серьезные. То есть... Ребята только что расчистили дорогу. Здесь можно, наверное, это в один прекрасный момент этим камнем, да, получить. Мне пока везло, камни прилетали в багажник. Хорошо, хорошо. Тут я тоже
полностью соглашаюсь с коровами. Коровы тоже довольны. Ну, обычно они едят у нас камни. Так кажется, по крайней мере. Только что они там едят в горах среди камней? Самое интересное, вот я не понимаю, чего они здесь играют такую скрытность, потому что на OpenStreetMap обозначено даже, где у них туалет на базе. Понимаете? Да блин, проводите экскурсии, водите сюда людей. Отлично же, рассказывайте о своей работе. Окошко. Так, окно куда? Окно в космос, оптический контроль небесных объектов. Так где вот. Ребята где-то строят космическим мусором и вообще всякие другие железные спутники. Все то, что блестит. Поддерживается полностью военными, да, поэтому туда мы попасть не можем. Да, он под охраной обслуживает космических войск. Космические войска с нашивками, прям такими с космосом, со звездами. К сожалению, кто не на Нурекскую ГЭС встретили этот рыночек, и здесь просто бесконечное количество всяких орехов и всего остального, что можно вот, все верно, это же подсказывает мне, как надо правильно представлять рынок, а здесь вот просто бесконечное количество всевозможных таких вот круп, орехов, и что только здесь, собственно, нету, все можно попробовать и прикупить. Вот, что-то вот готовка идет. Выглядит аппетитно достаточно. Кафе с видом. Гончина. Тоже что-то. Выглядит как-то. Ага. Что это грибы. Грибы. Мясо жареное. Алафи. Отсюда, короче, продается вот такая трава, они ее тут называют кислячка. Вот. Непонятно почему, но вроде как едят прямо целиком. Вот. Достаточно вкусно, говорят, она выглядит. Какие-то такие кусты, короче. Вот и так. Поехали, значит, в угоде, чтобы поесть в местной форельке. Опа! Так, ну что, должны выбрать любую, вон ту. Вот так вот, собственно, все, да? Готово? Можно жарить? Отлично, пойдем есть. В общем, не выдержал наш автомобиль немножко местной дороги. Поэтому что-то здесь надо
подкрутить. Вот. Ну что, нормально? Да. Да? Просто раскрутилось? Ну, что, просто раскрутилось. Вот. Сейчас закрутим. Как раз поужинаем и видим дальше. Ну что, вот, собственно, у нас такая локация, прям рядом с красивым пейзажем, рядом горы. Вот, ждем рыбу и будем есть. Все. Так, ну что, вот наша, собственно, форелька превратилась вот в такую вот быстро приготовленную. Так что сейчас будем пробовать. Уверен, что оно супер вкусно. Главное, корона даже на здании. Конечно. Корона обязательно. Это же один из наших символов. Корона. Мы искренне верим, что именно поэтому нас коронавирус особо не тронул, потому что мы и так под короной ходим. Свернули в сторону озера Искандеркуль. Дорога практически закончилась. Есть направление. По нему идем. Вот мы и добрались, озеро Искандеркуль. Какая здесь красота. Практически никого нету в это время года. Прохладненько. Вот такая красота. Озеро Искандеркуль. Примерно 200-200 над уровнем моря. Озеро уникальное на самом деле по своей природе. Практически не водится здесь никакая живность, рыба. Ну, куль, приставочка, это означает озеро, а Искандер – это Александр Македонский, в честь которого, собственно, говорят и назвали это прекрасное озеро, которое здесь посмотрим. Погода невероятная, очень прохладно сейчас здесь. Ну и что кайфово, практически вообще отсутствуют хоть какие-либо люди. Очень такая уединенная местность, можно походить, посмотреть и подумать.
сам Александр Македонский, да? База отдыха такая на озеро Искандеркуль, вот такие вот панорамные залы, всякие разные гостиничные номера, но все это выглядит, конечно, очень, можно сказать, так по-советски. А ценники вот совсем не советские, за хороший приличный номер цена может доходить до $150 за человека в сутки. Но все это компенсируется, конечно же, вот таким вот невероятным видом здесь. Искандеркуль. Кафе Зумрад, ну конечно, куда без кафешечки, здесь на Искандеркуле все есть. Смотрите, собственно, есть даже вот такие невероятные резные кровати, на которых в летнее время года, я думаю, здесь очень классно сидеть и кушать вот с таким вот невероятным видом. Ну а в зимнее время года здесь вот есть такие запечатанные территории, которые тоже можно использовать, и здесь намного приятнее кушать уже в закрытой кафешечке. Закрытый совсем с концами. Наши китайские друзья кушают с видом на озеро Искандеркуль. Вот, мест нет, поэтому придется садиться на улице в холоде. Так, ну что, у нас обед на озере Искандеркуль. Барашек, рис, овощи, чай. Все местное. Будем сейчас пробовать и наслаждаться этой едой. Вот с таким невероятным прекрасным видом. Что ж, как я и говорил вам, приехать в Таджикистан и не полюбоваться красотами природы было бы преступлением, поэтому вот, пожалуйста, озеро Искандеркуль, невероятные виды, супер прозрачная вода, очень вкусный обед, так что все здесь, вот такая вот природа, друзья. Привет! Ничего себе, он сейчас запрыгнет сюда. Проще, чтобы они просочились, конечно. Эй, ушастый! Привет! Мы приехали в город Айни, Таджикистан. Здесь сейчас посмотрим немножко окрестности. Город такой очень старый, исторический. Здесь есть очень интересные мечети и вообще достаточно интересных много зданий. Такой смесь исторических зданий Советского Союза и уже современных построек. Здесь минарет мечети. Очень интересно, что его закрыли специально, чтобы он был защищен от снега, влаги.
топливо имеет свойство заканчиваться. Роснефть. Заехали для того, чтобы на Роснефти залить Росгаза в Япон автомобиль. Здесь на заправке сразу Чайхона, Бухоро, 24/7. Все здесь есть, можно сразу и залить газ и в Чайхону зайти. Так, мы поднимаемся на 2500 метров над уровнем моря на базу отдыха Артуч. Здесь вот немножко снег пошел. Очень классный вид, когда в зеленых лужайках уже где-то травка молоденькая выросла, лежит свежевыпавший снег. Альпинисты еще не все подъехали. Это база, на которой собирается огромное количество альпинистов. Поднимаются отсюда горы, треки. Это, в общем, изучают все. Такой здесь зал торжества. Но еще пока практически никого нет. Только мы приехали, чтобы насладиться местными пейзажами. Город Худжанд. Переместились с вами мы во второй по крупности город Таджикистана, город Худжанд. Это город, его еще называют северной столицей, потому что находится он на севере, и, собственно, город достаточно большой, город промышленный. Здесь много всего интересного, поэтому я думаю, что сегодня немножко пройдемся, прогуляемся и все с вами посмотрим, увидим своими собственными глазами. Погнали! Худжанская крепость, ну, кажется, что она старая, но на самом деле построение абсолютно новенькое. Вот такая вот строится крепость прямо в самом центре города. Ну, а тут передаю привет Алишеру Моргенштерну. Вот. Так что здесь у него есть свой собственный магазин в Худжанде. Здесь и массажный салон. Я думаю, вообще все на месте. Афшан тоже тут достаточно популярное имя. Вот, поэтому самая топовая кафешка называется тоже Рафшан. Идем пробовать. На машине может быть даже и дольше. Рынок в Худжанде. В общем, такая вот
огромная площадь еще внутри, здесь миллион всего продается. Сейчас все с вами попробуем и посмотрим. Тут просто бесконечное количество местного хлеба, который еще запакован в целлофан. Здесь, 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 везде лепешки, лепешки и лепешки. Тоже вот он, рынок Жанда, и здесь абсолютно все, что угодно можно найти и встретить. Это и фрукты, и овощи, и всякие соленья, орехи. Все это, конечно же, здесь есть в огромном количестве. Время такое, что народ потихонечку на рынок прибывает, закупается. Вот, поэтому сейчас мы тоже с вами посмотрим, что бы нам здесь такое интересненькое прикупить. Так, вот оно, тут свежайшее мясо, которое подается во всех кафе и ресторанах. Гордость Таджикистана. В общем, по ощущениям абсолютно ничем не отличается от любого такого рынка, базара, который есть на постсоветском пространстве. Поэтому, если хочется вам купить свежих продуктов, овощей, фруктов, орехов, мяса, то вот, пожалуйста, прямиком на базар, как здесь говорится. За моей спиной школа, и вообще в Таджикистане очень престижные именно русские школы. Здесь люди хотят, чтобы дети учились в русских школах, учили русский язык. Даже не постольку, что все обязательно должны уехать в Россию. Такого сейчас уже нету, и достаточно большое количество жителей Таджикистана уезжает в другие страны, в европейские, в том числе на заработки. Но вот так вот осталось еще после развала Совка, что классно, когда дети учатся именно в российских школах, у российских учителей, потому что в период начала 90-х, когда как раз происходила здесь гражданская война, то образование было очень сильно сжато в возможностях, преподавать никто не хотел, платили нищенские зарплаты учителям, поэтому какое-то время происходил просто развал образовательной инфраструктуры, и вот единственное, что оставалось, это русские школы хорошие, поэтому до сих пор считается, что учиться детям лучше всего именно в русской школе в Таджикистане.
обещал поделиться с вами несколькими интересными фактами про Таджикистан. Факт номер один, конечно же, что 95% территории всего Таджикистана занимают горы. Ну, оно и видно, да, даже сейчас за моей спиной мы находимся в северной столице Худжанде, и здесь все окружено горной цепью, поэтому 95% территории Таджикистана – это горы, горы и горы. Это у нас город Уратюбе. Здесь такая огромная, огромный бюст Владимира Ильича, который установили в Абдамбе. Ну а подняться к бюсту нужно пройти в такую огромную лестницу. Я не знаю, что это несколько сотен, наверное, ступеней. И это, конечно, отдельная приключенница. Светлое будущее там, говорит Владимир Ильич Ленин, у которого уже на затылке написано I love you и еще целая куча наскальных надписей вот здесь вот внизу. Все разбомблено, выглядит, конечно, очень аутентичненько. Крепость Худжанда, вот так вот выглядит, абсолютно такая новенькая, отстроенная крепость в старом стиле. Пойдем сейчас посмотрим, что внутри. Сразу несколько чуд, это бесплатный Wi-Fi. Вот эти прекрасные цветочки, ну и, конечно же, Рахмон на фотографии, тоже весь в цветах. Везде пахнет шашлыком, неудивительно, да, потому что здесь везде идет производство всего вкусненького. Рядом вот все в таких вот резных беседочках из дерева. Просто очень красиво. И еще и так монументально, они просто огромных размеров. Здесь же купол мечети, детские парки и продолжение вот стены крепости. Канатная дорога в Худжанде. Билеты. Все, да, можно, спасибо. Такой трон здесь.
джант с высоты практически птичьего полета. В общем-то, это очень интересно. Это расширяет мои познания в таджикском языке, в первую очередь. Получается, у таджиков, у них такая гордость, да, что они не такие, как все остальные, там, узбеки, киргизы и так далее, что они принадлежат какой-то вот персидской расе. Правильно? Ну, я думаю, у любого народа есть такая некая гордость. Самоопределение чуть-чуть. Это ведь хорошо. Главное не заиграться в этом деле. Вчера читал отзывы на пик Ленина в Гугле на картах. Там идет буйный спор между киргизами и таджиками за то, чей все-таки пик. Да? Ну, граница переходит прям по вершине. Они никак не могут поделить, получается, кто чей все-таки будет пик. Ну, на Ленина лучше ходить со стороны Киргизии, Кыргызстана. Чаще всего народ именно оттуда заходит. Попроще и подъезд, и маршрут. Нам это сложнее делать. Как его можно поделить? Он вот прям по нему, прям по хребту проходит границу. Он ничей. С севера, с Худжанда, двинул в сторону границы с Узбекистаном и Киргизстаном. Вообще, идеальный мой путь должен был случиться так, что из Таджикистана напрямую пересекая границу с Киргизией и дальше по Киргизии уже в сторону города Ош. Но так получилось, что, оказывается, границу так просто нельзя ни пройти, ни проехать. Нужно обязательно подавать специальные документы в киргизские управления по туризму. Я эти документы отправил. Мне, кстати, на почту достаточно быстро пришло сообщение с контактами в WhatsApp таможенников, которые, собственно, находятся со стороны Киргизстана. Я с этими таможенниками в WhatsApp списался. В итоге мне даже они позвонили и сказали, что, ребята, это очень сложная граница, и да, с учетом того, что даже ты русский, то все равно с русским паспортом тоже нам нужно подавать заявку, проверять, все уточнять. В общем, в итоге не получится пройти просто границу Таджикистан-Киргизия, поэтому рядом есть граница Таджикистан-Узбекистан, поэтому для того, чтобы попасть в Киргизию, нужно теперь проехать из Таджикистана в Узбекистан, потом из Узбекистана пройти еще одну границу с Киргизией. Вот такая вот здесь история. На самом деле история про дележку земли, про вот это вот постоянный спор приграничный, который происходит здесь уже многие-многие годы, начиная с развала Советского Союза, который, собственно, еще не заканчивался. И постоянно здесь из года в год то постреливают, то еще какая-то история происходит. Вот, поэтому здесь это есть, к сожалению. Вот, я двигаюсь дальше из северного Таджикистана в сторону Узбекистана. Вам напоминаю, что обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии.
в описании к этому видео вы обязательно найдете ссылки на другие мои путешествия по разным прекрасным странам. Не забывайте, что в skiffmusic.ru это сеть магазинов музыкальных инструментов. У нас уже более 30 магазинов по России в 30 городах. Ну а я дальше еду исследовать Узбекистан и Киргизию, поэтому смотрите новые видео, в новых сериях будет много всего интересного. Ну и помните, что гитара — это про счастье.